Привет, друзья! С вами Сережа Язовский, риэлтор из Аликанте. Часто меня спрашивают, ну где же купить квартиру за 10-12 тысяч евро? Я специально для вас пилю этот репортаж. Смотрите, какой прекрасный дом в Аликанте. Рядом великолепные соседи, мирные, добрые цыгане. Именно они будут вашими друзьями. Они хорошие. Они лазят по мусоркам, собирают металлолом, сдают его. Вы видите парк. Парк. Там играют дети цыгане. Они тоже добрые и порядочные. Что вам еще рядышком рассказать? А, вон там целое барио хороших людей. Выйду сейчас туда на перекресточек и продолжу. Здесь даже ходят автобусы. Посмотрите, какие милые домики. И рядышком, совсем рядышком, находится магазин Lidl. Парковки, смотрите, сколько много парковки бесплатной. Ну, чем не вариант? А самое главное, купив всего лишь за 12 тысяч евро квартиру в этом доме, вы получите вид на жительство, потому что нет закона, ограничивающего по финансовым вложениям отказать на вид на жительство. Хоть за 8 тысяч, хоть за 10, хоть за 12, хоть за 3 тысячи, вы имеете право подать заявку на годовой вид на жительство. Ну как вам идея? И мы поможем вам получить вид на жительство в Испании. Какой прекрасный дом! Ну, это бомба просто, бомбища из всех бомбищ, которые я показывал на своем видеоканале. Рядом вы можете открыть маленький магазинчик и торговать. Ну, чем торговать? Ну, знаете, что нужно местному населению, да? Не добежал спортсмен, хотел его показать и доказать вам, что здесь не едят людей. Спортсмены бегают спокойно. Совсем рядом занимаются сексом и рожают детей. Видите? Дети с колясочки. В этот магазинчик вы можете принести все из вашей квартиры. Матрасы старые. И сдать сюда на реализацию. Смотрите, как рядышком совсем этот супермаркет. Вот и все. Мой репортаж подходит к концу. И если вас не устраивает квартира за 12 тысяч евро среди цыган, обращайтесь, мы обязательно подберем вам квартирку в хорошем месте, тысяч за 80. Без проблем. С вами был риэлтор из Аликанте Сережа Язовский.